Компания Music Mag представляет Akai 2500 SE. Akai 2500 SE – это профессиональная рабочая станция-сэмплер с многочисленными функциональными возможностями. Данный инструмент обладает 32-голосной полифонией, увеличенным объемом оперативной памяти, которая поставляется в комплекте, 128 МБ, установленным приводом для чтения и записи DVD-дисков, а также обновленным дизайном. На задней панели Akai MPC 2500 SE располагается кнопка включения и выключения инструмента, разъем для подключения силового кабеля, 2 разъема MIDI IN, 4 разъема MIDI OUT, 8 назначаемых выходов, 2 главных выхода MAIN OUT, разъем для подключения по USB, 2 входа для записи с внешних источников сигнала, цифровой вход и цифровой выход. Этот инструмент обладает 16 фирменными акаевскими пэдами, 4 регуляторами Q-Link, большим жидкокристаллическим дисплеем, кнопками управления транспортом, различными функциональными клавишами и колесом джог, регуляторами общего уровня и регулятором уровня записи. Akai MPC 2500 SE обладает мощным 64-дорожечным MIDI-секвенсором. Этот инструмент также может загружать сэмплерные библиотеки при помощи DVD-привода. И кроме того, вы можете записывать аудиоданные на внутренний жесткий диск, который приобретается и устанавливается опционально. Отличный звук, широкие возможности и эргономичность этого инструмента сделают его прекрасным спутником для любого музыканта, как в студии, так и в живых концертных условиях.